Что тут хорошая девочка? Ты... Это Милнера. Тише. Ну, давай. Вперед. Шевелись. Вот хорошая девочка. Ты... Молодец. Малкольм Милнер. Марионетка Кроуфорда Старика. Аккуратнее, ослы! Маркизин должен доехать до склада Этой. Он хочет сжечь мои амнибусы. Давайте отплатим ему тем же. Отплатим с лихвой. Кто к нам с Паркизином придет? Но мне нужны грачи. Прекрасно придумано, мистер Фрай. Не буду вам мешать. Дым было видно даже с другого берега. Что покажите им. Чем поджечь амнибус. Пусть Этой и знает, как переходить нам дорогу. Что у тебя внутри? Вот он! Я Давай!
Взяли, Джейкоб. Итак, все готово. Какой вкус у мести? Я буквально слышу, как обваливаются акции Милнера. Вы приняты. Да, нас ждет новая работа. Договоритесь о встрече с моим секретарем, и я раскрою следующий пункт нашего плана. Вообще-то так... Не пойдет. Люди, помогите! Воришка убегает! Помогите, прошу вас! Прошу! Замолчи, не то я тебя голову... I said I was thinking about it. Oh, I love you, darling. Anyone got a penny? Just a penny?
расчленять буду! Держите. Неплохо. Эти люди не детали для ваших станков! Настал час расплаты! Я тебя разорву! Я с ним потанцую! Прибейте! Отлично! У латыни с узонником это пришлось бы по вкусу! Стоп! Тейф! Надеюсь, было больно. Найс вон! Камон! Агейн! Это тебе. Спасибо. На. Спасибо. Мистер Фрай, я же сказала назначить встречу. А я как раз свободен. Хорошо, что вы мне нравитесь. Двигатели внутреннего сгорания? За этим странным названием стоит много денег. Двигатели доставят Милнеру поездом. Перехватите их, и он будет
безутешен. Для этого нужен второй поезд. И я как раз знаю, где его взять. Так вы согласны, мистер Фрай? Хорошо, что вы мне нравитесь, мисс Эттэуэй. Как твои дела? Тихо, девочка, тихо. К вашим услугам. Что там творится? Ничего такого! Сменили маршрут! Фрай! Черт возьми! Тебе-то на кой меня спасать? Между прочим, могла бы меня поблагодарить. Я предпочитаю, чтобы другие были у меня в долгу. А не наоборот. А ты все испортил. Могу оставить тебя тут.
на милость полиции. Нет, поздно уже. Едем отсюда. Что тебе нужно, Фрай? А может быть, мне ничего не нужно? Может быть, я просто-напросто благороден? Ладно, расскажу о работе. Милнер его доверху нагрузил. Главное, успей забрать ящик. Гони! Времени в обрез, это не тот.
Нет, не оно. Двигатель внутреннего сгорания. Машины заменят лошадей. Словно в будущее заглянул. И почем нынче будущее, как считаешь? Мы их не продаем. Ты что, собираешься их отдать? Тебе все равно заплатят. Кто вообще такая эта Перл? Давно с ней работаешь? Она мой деловой партнер. Остальное не важно.
Надеюсь, я не перестаралась. Добавила позолоты, покрыла дерево лаком, привела вагоны в порядок. Как вам светильники, а? Письмо? Для меня? Решил навестить вас, милорд.